На выставке, как на концерте. Из каждого полотна, а их тут более 20, словно льется музыка. Да это и понятно, Геннадий Шелестов не только живописец, еще и меломан. Я такой меломан старый, что я даже не знаю. Я музыку слушаю всю, любую практически, этническую, классическую, джазовую, какую угодно, уличную. Это мои впечатления. Музыка помогает писать картины, вдохновляет. Но это не единственное, что впечатляет Геннадия Шелестова. Одну из своих первых работ «Цыгане» художник написал после просмотра фильмов Эмира Кустурицы. Про Эмира Кустурицу все слышали, все смотрят его фильмы. Все это вот оно очень производит хорошее впечатление на человека. Мне нравится. Ну и вот это впечатление от фильма, от музыки. Несмотря на то, что живописью и графикой художник увлекается не так давно, его работы уже не первый раз украшают выставочные залы. Он активный участник наших выставочных проектов, таких как фестиваль современного искусства, потом жанр портрет и других всевозможных наших проектов. Ярко-динамичная живопись у него, такая живая. Как бы у нас не так уж много художников, которые пишут в такой манере. Посетители выставки также отметили прекрасный вкус и мастерство художника. Чувствуется через колорит, вот, ну, через подход, через мазки, через композицию, ну, то, что находится внутри у самого автора. Больше знал, что он любит музыку. Вот. А когда эта музыка вся вылилась в картинах, для меня вот эта радость, неожиданность, ну, такой праздник. Эти ирисы, которые вроде бы как традиционный достаточно сюжет, но они прям притягивают взгляд мой. В дальнейшем художник планирует представить свои работы уже не в современной декоративной живописи, а в графике. Но это будет позже. А пока оценить работы Геннадия Шелестова вживую можно в публичной библиотеке до 22 июля. Вход свободный. Алена Бадыр, Анастасия Соловьева, Юрий Друзякин. Дон-24, Ростов-на-Дону.